У нас идет еще схватка на параллель татами. Татами, соответственно, центральном, где будут проходить еще и схватки финальные за золотые медали. Это тоже весовая категория до 48 килограммов. И здесь уже сражается французско-казахстанская... нет, простите, немецко-израильская пара Соня Вирт и Ноя Минскер. Да? И здесь мы видим, что израильская дзюдоистка ведет в счете. Причем так довольно неплохо, да? Да, Вазари и Юка. И стоит отметить, что именно израильской спортсменке проиграла в предварительном раунде Анфиса Капаева. Да, к сожалению, два поражения подряд. Ну что ж, будем надеяться, что все остальные представители нашего дзюдо, что мужчины, что женщины, на этом Кубке мира, на открытом кубке, Кубке Европы по дзюдо проявят себя в должной мере. Здесь же после данного поединка нас ожидает еще и финал. В этом же весе до 48 килограммов Габриэле, француженка, итальянского, очевидно, происхождения, против казахстанской дзюдоистки Подрядовой. У нас уже самая концовка. Ну что, конечно, бросается вперед Минскер, но вряд ли она что-то здесь сумеет сделать. Вернее, не Минск, а Вирт. Вряд ли она что-то сумеет сделать против израильской дзюдоистки. И очевидно, что мы можем уже поздравить Минскер с бронзовой медалью. Да, действительно, показала яркую, красивую борьбу. И заслуженно завоевала бронзовую медаль этого турнира. Что хотелось бы сказать по поводу Анфисы Капаевой. Я считаю, что это молодая спортсменка, и для нее пятое место на столь представительном турнире тоже является определенным достижением и, возможно, послужит в дальнейшем неким мотиватором для ее движения, развития вперед.